Всем привет, это пятая часть магических похождений. Изначально я пошел выполнять квест добраться до самой верхней точки мира, но квест был не совсем правильный, потому что была не самая высокая точка мира. Ну а дальше я пошел искать алмазы. Дальше я скрафтил себе кирку и меч. Ну а дальше я отправился искать обсидиан. После отправился в ад. Ну а дальше отправился искать крепость. После того, как нашел, я начал добывать ифритов. После того, как я все добыл, начал искать крепость. Портал найден. Дальше я начал ломать кристаллы. После того, как я его убил, я собрал опыт и сердце дракона, а также яйцо дракона.
Ну а дальше я решил создать вот эту штуку. Ну а теперь, чтобы эта штука работала, мне нужен был вот этот сундук для создания другого сундука, который уже понадобится для этой штуки. И сейчас я это все добуду. А вот я это все и добыл. Дальше я решил создать еще две таких штуки. И скорость выработки ЕМЦ увеличилась, но нам такого было недостаточно, и я решил создать еще два улучшенных вырабатывающего ЕМЦ. И я пошел их делать. Сил хватило мне только на двое, потому что делать их очень муторно. Но скорость увеличилась прилично. Также создавать вещи можно было за счет других вещей, потому что в каждой вещи есть свой ЕМЦ. И объясню так, все было по ценности, то есть если ты соединишь алмазный блок, то получится 9 алмазов, из-за этого мы умножаем ЕМЦ из одного алмаза на 9 и получается ЕМЦ в алмазном блоке. Так и устроен мод. А сейчас вы видите, как я создаю алмазы за счет других блоков. Я решил закончить, так как я на эту серию потратил очень много времени. Всем удачи, всем пока.